Эту песню послушать стоит. Yeah. Подросток 15 лет, взрослеет рано. В социальных сетях, сидя у экрана, стираются грани, рушатся структуры. В виртуальном мире нет понятия цензуры. Живое общение сведено на нет. Наше поколение обречено на интернет. Кругом одни писатели, а где сценарии? И вдохновения хватает лишь на комментарии. Но среди превратностей, пошлости и вздора одного не слушают? Тогда мы скажем хором. Есть три буквы, часть нашей культуры. Старая, добрая, аббревиатура. Зал, свет, звук, зритель, смех, жюри. Пять. Достаточно.